Привет, мухоязы. Свяжем сегодня простую желтую соплю на мелком крючке. Крючок Чинуринг 0,5. Самодельная моя монтажка. Основание будет Матера Аэрофил Color 9837. Крепим Матеру. Делаем яйцеклад. Чтобы яйцеклад не распустился, накидываем на него так вот монтажечку. Ну и все. Монтажка нам больше не нужна. Формируем тело. Толстое оно не должно быть. Дошли до яйцеклада. Отпускаем вниз нашу ниточку. Раскручиваем так вот ее. И расщепляем на две части. Вот такой крючочек у меня самодельный. Всовываем крючочек. И набираем сюда желтый дайбинг. Дайбинга надо набрать 4 сантиметра. Ну, вот так где-нибудь. Вытаскиваем крючок. И начинаем скручивать. Лишнее сразу общипываем. Должна такая, как синелька, получиться.
не сильно густым. Вот так где-нибудь. Ну и все. Начинаем укладывать. Укладываем виток к витку. Все, дошли до головки, делаем узелок, протянули хорошо, миллиметра 4 оставляем образом. Начинаем расчесывать. Расчесали сверху, так маленько подрезали. Слишком длинные волокна. И все, зачесываем все назад. Головка будет Unitraid Black. Коричневое перо. С одной стороны бородки удаляем. И той стороной, где нет бородок, прикладываем к крючку. Один оборот. Закрепили. Оборвали. Формировали головку. Контрольный узел. И теперь что? Вот хвостик, то что торчит здесь, красим красным маркером перманентным. Удобно подложить бумажку и вот так вот закрасить. Такой вот хвостик получился. Не забываем плачить головку.
такая соблюшка. Сейчас намочу, покажу ее в мокром виде. Так вот она в мокром виде выглядит. Ну и все. Не хлыста, ни чешуи вам на ваших водоемах. До новых встреч!